Министр финансов КНР Лань Фуань принял участие в третьем заседании китайско-американской рабочей группы по экономике в столице Поднебесной. Делегацию Соединенных Штатов возглавил Джей Шамбо, заместитель министра финансов США по международным вопросам. В ходе визита в Пекин он также встретился с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифеном. На переговорах китайский чиновник предложил использовать каналы межправительственной рабочей группы, чтобы расширять обмены и сотрудничество, стабилизируя и развивая двусторонние экономические отношения.